У Вишневому активно проводиться благоустрій прибудинкових територій. Виконуються ці роботи згідно з планом заходів щодо реалізації програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на цей рік. У цілому, завдяки цій програмі, планується охопити весь житловий фонд міста. В этом году, как и, впрочем, в предыдущие годы, мы активно реализуем программу реконструкции прибудинковых территорий, которые расположены у нас на территории города Вишнево возле жилых домов. Мы при проведении вот этих мероприятий учитываем современные изменения в нормах державных будивельных норм и правил, которые предусматривают, чтобы дворы были благоустроены, чтобы было нормально асфальтированное покрытие, был бортовой камень, чтобы было достаточно мест для парковки автомобилей, потому что по старым нормам там 1-2 парковочных места возле дома, они уже давно изжили себя. В новых нормах у нас эти количество мер значительно расширено, поэтому все вот это учитывается при проектировании территорий. Как мы выбираем такие территории? При составлении плана бюджета на следующий бюджетный год и при составлении плана заходов по реализации программы реформирования и развития житлово-коммунального хозяйства, мы получаем подания от начальников ЖЭКов, от депутатов и стараемся таким образом определить вот эти места, чтобы у нас было примерно равномерно распределялось по каждому из 4 ЖЭКов, которые у нас есть в городе. Вот в этом плане, который я показывал, на этот год примерно 16 территорий, которые подлежат реконструкции, они распределены равномерно по 4 ЖЭКам так, чтобы не было перекосов ни в одну из сторон, чтобы никто из жителей не был обижен. И таким образом мы пошагово идем из года в год. И я думаю, что в течение уже ближайшего времени мы выйдем на то состояние, когда в принципе в городе не останется заброшенных, неаккуратных территорий. Наразі активно проводять благоустрій прибудинкових територій, ремонт тротуарів, доріг у місті тощо по вулиці Лесі Українки, Першотравневій, Європейській, Машинобудівників та інших.